Добрый день, дорогие друзья! Мне хотелось бы с вами поделиться одним из этапов моей жизни, который произошел благодаря учению Вознесенных Владык и изменил мою жизнь. И произошло это тогда, когда я познакомилась с учением и начала читать послания одно за другим. Мое внимание все больше и больше задерживалось на тех посланиях, в которых говорилось о вреде некачественной музыки, просмотров телевизионных передач и о том, что в своей жизни нужно себя окружать только правильными и светлыми образцами. На тот момент, если я находилась дома, телевизор не выключался ни на минуту. В машине играла ритмичная музыка, и мне было очень сложно находиться в состоянии тишины. Но читая послание, я стала анализировать эту информацию, наблюдать за своими состояниями и поняла, что после просмотра телевизионных передач и некачественной музыки у меня возникает состояние усталости, дискомфорт от головной боли и чувство раздраженности. Мне очень захотелось изменить эту ситуацию. Тем более, что все ключи, как это сделать, были даны в посланиях. Я хочу с вами поделиться этими посланиями. В своем послании возлюбленная Гуанинь говорит: «Оберегайте ваших детей от просмотра телевизионных передач, прослушивания рок-музыки. Поверьте мне, тот вред, который неосознанно получают их души, не идет ни в какое сравнение с пользой от использования ваших современных средств массовой информации». Возлюбленный Кутхуми, вы пытаетесь утолить голод вашего эмоционального тела, кормя его суррогатами, состоящими из некачественной музыки, просмотров телевизионных передач. Вы замусориваете ваше эмоциональное тело, постоянно подставляя его неблагоприятным условиям, существующим в вашем мире. Постарайтесь ограждать себя от доносящихся со всех сторон звуков. И еще одно послание великого божественного направителя, в котором он говорит: «Одна простая вещь может улучшить ваше состояние. Выключите телевизор. Перестаньте поддерживать разговоры о негативных проявлениях в вашем мире. Сосредоточьте свое внимание на позитиве, цветах, природе, животных, солнце, ликов владык. Окружите себя дома и на работе прекрасными образцами, светлыми тонами». И вы знаете, в моем доме телевизор выключился навсегда. Я больше времени стала уделять чтению розариев, а в машине играет классическая музыка или мантры. И мое состояние улучшилось. Прошли головные боли. Я стала более спокойная. Послание Вознесенных Владык помогает мне правильно оценивать происходящие ситуации в нашем мире и не вовлекаться в негативные потоки информации, которые преобладают сейчас. Я благодарна Богу за то, что учение, данное через Татьяну Николаевну Микушину, вошло в мою жизнь.